Три пары танцевального клуба «Кантилена» достойно представили Камчатку на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту «Большой кубок Прометея». Они проходили в Москве 20 и 21 марта. Соревнуясь в течение двух дней, Данил Кулевцов, 15 лет, и Анастасия Давыдова, 14 лет, дважды стали победителями в европейской программе в категории «Молодежь» 16-18 лет. Пара завоевала две золотые медали. А в латиноамериканской программе ребята заняли третье и четвертое места. Спасибо. Пара Иван Федорцов и Дарья Афонина завоевали серебряную медаль в европейской программе в категории юниоры 1. Марк Отрах и Кира Васина стали финалистами в соревнованиях по латиноамериканской программе. В категории «Дети 2» класс «С» ребята заняли почетное 6-е место и стали полуфиналистами в этой же категории, заняв 12-е место. Пары «Кантилены» представляли Камчатский край на первенстве России по танцевальному спорту с 16 по 20 марта.